Перед ним высоченный, длиннорукий, опасный противник с сильным ударом. Костя идет, поддавливает, идет по прямой. Атака Дзю. Не повезло сейчас Косте, повезло Пинеде. Нокдаун. Обратили внимание? Тот самый правый перекрестный крюк. И не напоминает ли вам вот эта ситуация в ринге ту, которая недавно случилась с Роем Джонсом? Прямо один в один. Колумбиец понял, шанс представился. Но он боец опытный. Да, неожиданное начало, прямо скажем. Растерянности нет никакой в углу. Косте надо исправлять положение. Он хозяин в ринге. Он у себя дома. Он как бы в более комфортном положении, чем его противник, и тем не менее это не так. А он читается. Этот ритм. И нужно найти противоядие. Вопрос в том, как вперед идти. Вот так прямолинейно, как в первом раунде, уже понятно. Очень опасно. Никаких дивидендов это не принесет. Поэтому, хочешь не хочешь, приходится действовать издали, где у Пинеды полное преимущество в длине рук и в росте. Четвертый раунд. Вот это начало. Два крюка, да еще каких, обрушиваются на Пинеду сразу. Пинеда пропускает еще один удар. Чуть было сейчас, Пинеда снова не отправился на пол. Действует в основном инстинкты и автоматизм наработаны. Не успеваешь разглядеть. Не цель, но он ведь не проигрывал ни одного боя. Ни одного боя до сих пор. Пинеда все-таки не теряет надежды. Хороший, точный, прицельный удар справа. Под занавес четвертого раунда. Костя, несмотря на то, что несет кое-какие потери, там ссадины и гематомы небольшие. Колумбиец пытается комбинировать клинч с действиями в ближнем бою. Потому что издали не получается. Что там произошло? А, очко снимается за удар ниже пояса. Пока что это неплохо у Пинеды получается. Заметили? Захват, клинч, резкая взрывная контратака вблизи, удары снизу. Да, колумбийцы, откинув голову. Тут видно, это дело времени. Жесткий удар справа. Снова Костя Дзю проводит. Чемпионеда не знает, откуда он пойдет.
Вот как раз тот самый случай. Красиво было сделано. В опережении Кости Дзюудар. Повезло Пинеде. Все уже ясно. Никаких загадок колумбиец уже не представляет. Разящий, рубящий удар слева. Он уже не реагирует на Костины обманы, но он все еще опасен. Вот как сейчас. Любой удар может решить. Вот как сейчас. Снова. Видите? Слева пропускает. Четкий, жесткий удар справа в подбородок. Пинеда на полу. Тут даже и комментировать нечего. Конечно, он встанет. Пинеда встанет. Гордость не позволит ему отказаться от продолжения боя. Но шансов у него уже нет. И бой закончен. Бой, который оказался одним из тяжелейших в карьере Кости Дзю. Две минуты 39 секунд, 11 раунд. Костя Дзю выигрывает нокаутом. И остается чемпионом мира по версии IBF. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.